Добрый день. Сегодня мы рассмотрим такой вот девайс, бывший автоматический проигрыватель Philips Automatic, который я после того, как там все внутри заржавело и пришло в полную негодность из-за отсутствия необходимости, собственно, включать автомат, который идет, в общем-то, в разрез со всеми постулатами аудиофилии. Ну, в общем, выбросил я отсюда всю автоматику, как положено. Ободрал корпус, на котором еле держался прогнивший шпон. Сделал акриловой пластической массой вот такой вот деревянную фактуру. Ну, собственно, чем интересен этот аппарат? Работает достаточно тихоходно, легко переключаются скорости. Скоростей целых 4. Вот. Всего 2 клавиши управления. Пульс, старт и стоп, соответственно. Лампочку я внедрил для того, чтобы было издалека понятно. Накладки из алюминия, которые закрывают следы бывшей автоматики. Подобрал цвет, покрасил. Ну, собственно, для своих целей аппарат очень хорошо отслужил. Родная игла пришла в полную негодность. Я ее заменил вот такой вот иглой. Здесь очень удобно, ввиду того, что шел съемный аппарат, стерео воспроизводит. Ну, я его слушаю в монорежиме. Вот такая вот головка, она, собственно, уже известна, наверное, всем на просторах интернета аудиофилам и меломанам, потому что она позволяет добиваться очень достойный звук, извлекать из старых пластинок, которых сейчас много, и они стоят недорого, и там очень хороший, в общем-то, интересный звук, много интересного материала, ностальгия и все такое. Ну, собственно, вот. Единственный минус — это отсутствие автостопа. Ну, я, как я привык, на всех аппаратах, которые у меня проигрывают старые пластинки, вот, типа этого тоже, у меня везде, да и, в общем-то, на тысячной биограмме тоже, хотя он играет современный винил, тоже нет автостопа. Я к этому нормально отношусь. Если кого-то это коробит, то аппарат не для вас. Значит, что касается звука, звучит он весьма достойно. Игла меня удивила, хотя это как бы немецкий или японский проект. Лицензия, как мне сказали, делается не то в Польше, не то в Китае. В общем, достаточно мутно. Но вставок и заменок очень много, играет весьма достойно. Сейчас мы, собственно, в следующем ролике сможем послушать, как играет эта иголочка.